37 дополнительной табличкой работает эвакуатор. Вы сейчас нарушаете правила дорожного движения. А именно раздел 12 правил дорожного движения. Значит, за это нарушение предусмотрена статья в кодексе 12.16, часть 4. И предусмотрена такая санкция административного наказания, как штраф в размере 1500 рублей. Если бы вы сейчас не появились, мы бы еще вот не укурили вас. Документы. Поясните, пожалуйста, почему вы поставили именно под знаком машину? Ну, я не обратил внимания на знак, а там места нигде не было, нужно было остановиться. Давайте водительскую страницу. Парковка не рассмотрена. Как вас зовут? Василий. Василий, дело в том, что необходимо найти место для парковки там, где это разрешено.